Ее голос знает, пожалуй, каждый ребенок и родитель России. Мастерица озвучания, вокалистка, актриса и просто самая известная Маша страны. Варвара Саранцева. Привет, Варвара! Привет! Я только что сам не поверил в то, что сказал. Ты озвучиваешь Машу в знаменитом мультфильме «Маша и Медведь»? Да. Это... Третий сезон. Ты таким же голосом в жизни говоришь? Нет, не таким же. То есть ты сейчас со мной разговариваешь, как Варвара? Да. Много времени отнимает твоя карьера дублера знаменитой Маши? Раз в месяц, где-то так. Для меня знакомство с тобой — это как знакомство с покемоном или с черепашкой-ниндзя. Правда. Спасибо. Да. Просто мои дети с ума сойдут, когда узнают, что я знаком с Машей из мультфильма «Маша и Медведь». Ну, а тебе нравится эта героиня? Да, очень. Она на меня похожа. Чем? И я на ее. Ты также досаждаешь медведям? Нет. Она любит сладкое, я тоже очень люблю сладкое. Так. У нас такие же волосы по цвету. Это правда, у тебя очень красивые волосы. Даже чуть красивее, чем у Маши. А ты любишь шкодить, потому что Маша в мультфильме все время что-то опрокидывает, все время наводит беспорядок, все время мешает медведю жить. Ты также поступаешь со своими родителями? Ну, когда как. То есть ты озорная, да? Да. А ты сама смотришь эти все мультики? Да, конечно. Мне очень любопытно, как я озвучила, как справилась. А как ты изображаешь Машу? Покажи. Я могу один отрывок сказать. Ну давай, отрывок, давай. Да ладно! Главное, что я дома! Главное, что все мне снова рады! Похоже, действительно, Маша! Как ты сейчас работаешь актрисой озвучания, мы посмотрим на нашем экране. Давай посмотрим. Со мной не похулиганишь. Чуть что, и в угол. Чуть что, и без сладкого. Чуть что, и... Дай поиграть-то уже. Браво! Варь, ну ты даже внешне немножко похожа на Машу, я сейчас посмотрел. Совершенно замечательно у тебя это получается. В будущем кем ты станешь, как ты считаешь? С мамой просто. А папа работает. Ну, чтобы воспитывать детей, а папа там на работе просто. Кто для тебя пример в этой сложной работе? Мама. Мама здесь? Да. Как ее зовут? Аня. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о Варваре. Она фактически уже звезда мультипликационных фильмов, получается, да? Ну, немножко. Вы зарабатываете уже на этом? Конечно. Любой труд должен оплачиваться. Вам достаются деньги или вы как-то с Варей делите их? Мы делимся. В каком процентном соотношении, если не секрет? Не секрет? А, секрет. А, секрет. Да. А ты хотела бы остаться за кадром? Или все-таки есть мечта побывать в кадре и самой стать актрисой? В фильмах сниматься. Кем ты себя представляешь в художественном фильме? Рапунцель. Ага, ну у тебя, кстати, волосы подходят. 100%. Ты самый известный голос страны, да? Да. Пойдем.
Прошу. Слушай, может, ты споешь что-нибудь, а? Ой, давайте. Да? Да. Вот там же Маша поет обычно? Да, конечно. И ты за нее и поешь же? Да. О, ну так мы сейчас услышим и песенный талант Варвары Саранцевой. Сбылась моя мечта в шоу «Лучше всех» пришла моя любимая Маша из мультфильма «Маша и медведь». Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок. Раз, два, три, четыре, пять, и потянет танцевать. Баю, 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 громче музыка играй. Баю, шубы, добрый бай, двигай телом, не теряй. Баю, баюшки, баю, все танцуют и поют. Баю, баю, скок-поскок, скачет серенький волчок. Скачут овцы на тропе, скачут мысли в голове. Баю, баю, бай-бай-бай, громче музыка играй. Баю, шупи-дуби-бай, двигай тело мне, двигай тело мне. Браво! Медведь, ты пришел! Варвара Саранцева! Медаль в студию! Варь, ну эта медаль по праву твоя. Вот, также, конечно же, тебе от нас цветы. Спасибо. Вот рюкзак со сладостями. Варвара Саранцева, лучший всех! Спасибо, Варя, прошу.